Да, толку 10 уровня. Я вообще не понимаю Не, смысл их качать. я говорю за то, что я много раз играл, и я билдами не заморачивался за этих героев. Тоже прилично раз играю, но, блин, знаешь, в чем фишка? Надоедает постоянно, блин, сидеть, там подбирать что-то. Какой-то универсальный хочется сделать. Я не спорю, что там, блин, для штурма один билд, для арены другой, допустим. Для завоевания там можно еще что-то сделать. Я тут. Да слышим, слышим. Угу. Камон. Сейчас, мне еще минуту доделаю. 811 копеек. Ну, раза 3-4 выиграть. Да. 3 выиграть и одну слить. Так. Пробую локи полностью на крит собрать. Надо. Просто так, на шару класснул. Просто на последних секундах. Все, запускаем? Да, да. На, ешь. Я попробую сыграть Ра. Попробуй. Рискни здоровьем. Я уверена, что будет все отлично, но посмотрим. Это уже неуверенность. What's my assignment? Как быстро. У меня танков нету, кстати. Тем более они уже заняты. У тебя маг, маги какие есть? Маги. На огне есть. Потом сейчас. Ну, аид есть, но аид. Хотя у меня тут не уже играю. Два саппорта. Афродита. И этот, возьми охотника какого-нибудь такого. Типа этого. Раму. Да, раму, чтоб прям нормально задамажил. Ладно, что, сольем, если что. Ну, ты возьми охотника в любом случае у нас. У меня рама, медуза, хотя... есть купидон, есть, сейчас, есть артемида. Сейчас, подожди, если арахна пикнет, то возьми охотника. Да какого-нибудь любого на твой выбор. Если она возьмет. У меня охотников много, и ульры есть, в котором я, конечно, тоже не очень. Оставят. Вата будет, ну посмотрим, что у них. Тоже рам. Хил есть тоже. Значит, что надо собирать предмет, который 40% хила режет? Мама, стреляй! Раме кольцо собери на хилку, которая щитки дает. За кольцо. М? Что за кольцо такое? Забыл, как называется, она дает хил и вешает щитки на всю команду. Wait for my signal before I attack. Не знаю, первый раз слышу. Здрасте. Серьезно? Она, по-моему, в аурах находится, если я не ошибаюсь. Либо в аурах, либо в МПС, скорее всего. Зайди в МПС, там будет зеленая такая фигня. Есть мор в
8 от магической защиты, 200 здоровья, эффективность исцеления, регенерация вражеских врагов. Да я не тебе, я... Ира говорю. Чего? Блин. Тебе-то зачем? Да я не знаю. А что ты мне говорил? Кольцо, говорю, возьми на это, которое щитки вешает на всю команду. Ага, а где оно? ПС. Я не ошибаюсь. Зеленое такое колечко. Корона из лопуса, нет? Ну, я не понял, посмотри, там щиты вешает, должно быть в описании. Любой бог, попавший под воздействие ваших исцеляющих способностей, получает плюс 20 физической и магической. Да, вот это. Защите. А потом посох в ауре зеленый тоже. Ты ёбаный! Сука, а! Как ты успел-то? Блин. А, ты Рики играешь, типа? Да, я за Локи играл, блин. Повесил не уяз, блин, еще и успел выйти и, блин, скильнуть. Либо, блин, пинг какой-то, блин, я не знаю, потому что я в него все время бил. Как так? Должен быть сдохнуть у него, там он один удар был. Еще пас у меня стал. Не, ну я-то не хотел стилить, я подождал. А чё, ты бы не состилил бы никак, он в этом не уязвил. Мне у Рамы не нравится, что вначале всегда стрелы после смерти. Ох, нихера догнали. Как он это делает? Никогда не падает, просто никогда. Никогда не падает. Yes. Падает весь. Я не знаю как.
Ура! Привет. Вот и заткнитесь, все правильно. Да, меня убили тут, пока я это... Ну, давай. Очень. Не ожидала она. Не ожидала чего? Того, что вас много? Я убил просто. Блин. Я не знаю, как они меня ловят, но перекрасились. Ты им очень нравишься, они хотели тебя потрогать за яйца, короче. Именно за яйца. Это Мишу, Мишу. Они просто другое хотели. Нет. Так они вон же вам в общий чат пишут, блять, хотели за яйки. Сука. Не дошел. Я не могу, я просто не могу. Меня постоянно Геркулес скидывает, просто по КД. Тут еще и это переводит. Так ты же упрыгивать можешь. Так могу упрыгивать, меня ловит трех перекати. Это скорее всего пинг. Ну, а что это какой-то баф? Странный. Макс. Ай. Ты дашь мне денег? Нет. А ты? В смысле, я себе? Так у меня нет денег, я дал себе денег. Вот, поступи как правильно и дай мне денег. И мне. Можно? Я тоже хочу денег. Ну ты не я, если ты, у нас с ним хорошие отношения. А мне на квартиру не хватает, дайте на доброе дело. Квартиру не хватает, у меня даже заначки отложены. Мне тоже на квартиру не хватает. Полной суммы. Лимонов двух. Не, нам так, 1500. Ну вот, Макс, они сами накопят, нам давай. Хорошо. Скайп все записывает. У меня будет запись теперь, где ты сказал хорошо. Я еще сейчас нотариально заверенную копию тебе отправлю. Уль, ты ржешь-то. Все, попал. Тапок, наверное, собрать. Че у нас, жжет? Ай. Жопу. Давайте бросайте. Ого. Игру, вы все равно проигрываете, меня берите. Рама, блять. Искусственно. Да ёп. Что-то такая быстрая, да я тебя догнать не могу. Блядь, ты где это взяла? Могу положи. Положи. Где ты это взяла? Положи. Что ты до всех доебался-то, Миша? Не знаю. Полной энергии пришел с работы. Ты что там делал? Я тебе не скажу. Ну и не надо. Скажу, вернее, когда ты денег не дашь. Я же говорю, не надо. Что значит не надо? Я тебе сказал, я тебе же нотариально заверенную копию записи отправлю. Отправляй. Все, это и будешь должен. Это как контракт. Не подписанный, да? Как не подписанный? Ты согласился? Нотариусом заверенная аудиофайл. Вы тебя убил его, блядь. Ох, нихера. О, блин. Скоро вы. Сдохни. Какая, блин, настырная, а? Сдохни. Так,
нельзя, ну спокойнее. Че его убьем, если там упадет? Кто-то подкрался ко мне сзади незаметно. Заведем, не заведем. Хотя толку. Сука. На пушиннике. Говори. Ха-ха, догнал. Твой иммунитет. Че, охерел, что ли? Иммунитеты свои представишь мне. Макс там вам опять все сливает. 10-5-5 пока. Да ладно, что вы его защищаете? Я же знаю. Блять, догнать не могу. Геракл, сука, пистер-хидер. Блин, как так? Как так? Я думала, я больше всех сдохла, а нифига. Кто больше всех сдохла? Учись. Арахна, 13 раз. Молодец. Я убила, сколько она? А я чё-то не посмотрела. Убила она Семерых. Да, Соня работает. Я 14 раз она сдохла, Семерых убила. Какая молодец. А я двое. Так. Я думаю, перепаять его, не перепаять чуток. Скорость, чтобы он был немножко. Давай вот так вот сделаю. Ты где, блядь, мелочь взяла, ребенок? Потом, говорит, дети матом ругаются. Да, я тоже об этом сижу, думаю.
Да ну вас. У нас, видимо, тройная мысль просто. Она все равно пока не это. Не шарит. Да, ты как, у тебя как будто привычка, да, пропадет это, у тебя это говорить. Только, это только ты так думаешь, что она не шарит. Ну подумаешь, в садике нахуй всех пошлет. Вот. А потом нет. Яну вызовут в садик. Я то же самое скажу. Так, она много вообще? Подумаю, значит, это семейное. Да-да-да. Костю еще позовут. У меня что-то ребенка в садик не хотят брать. Точнее, берут, но там, короче, у них прорвало канализацию, у них ремонт. Пиздец. Почему это именно в тот год, когда малая должна идти в садик? Мне прям везет. Они просто знали, кто. А у вас что, один садик, что ли? Ну, у нас же... Нет, не один. А что? Ну, так в чем проблема? Да, пошли сейчас, поменяли садик. Конечно, так все легко и просто. А в очередь встаем в садик с рождения. А, серьезно? Да, у нас... Ну, ребенок появляется, связь в рождении получаешь и ставишь на очередь в садик сразу же. Иначе ты нормально, попадёшь. Я вообще в садике не был, так что... В школу-то хоть ходил? Как сказать, не постоянно. Да шучу, до 9 класса ходил. Хорошо учился, а потом в итоге... В итоге? А в итоге все исчезает. А в итоге меня в 10-11 классе меня вообще в школе не было. Отлично. Ну что, у меня не лучшее образование. Так вот, зашел в школу, так вот, посидел, там на одном уроке выгнали просто. Не, у меня вот почему такие плохие познания английского языка? Потому что я спала. Либо проходила мимо кабинета. Я вообще немецкий был в школе. Еще лучше. А я хотела учить немецкий. У нас его не было. Он не пригодился. Логично. Немецкий он такой. Так, я завожу.